По информации местных правоохранительных органов, в прошлом году на территории города Лисаковск зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадало 19 человек. Часть аварий произошла по вине пьяных водителей. В декабре месяце 2022 года водители, управляющие транспортом в состоянии опьянения, при прохождении медицинского свидетельства уходили на глубокий анализ крови, результаты которых пришли уже в январе 2023 года. В настоящее время данные водители привлечены к административной ответственности по статье 68 Кодекса Республики Астана об административном правонарушении. Кроме этого, за 2022 год выявлено 6 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения лицами, будущими лишенными права управления. Фиксируются правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и в быту. В Лисаковске лидером по количеству таких фактов является жилой дом номер 29 в 6-м микрорайоне. Только за прошлый год там зарегистрировано 47 различных правонарушений. Были убийства, кражи, грабежи, суициды, нарушения также общественного порядка, повреждения имущества и так далее. Я уже не говорю о совершении административных правонарушений. Вместе с тем известно, что в данном доме большая концентрация лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Жители этого дома кочуют из квартиры в квартиры в целях употребления спиртного, да, приглашают к себе каких-то других посторонних лиц, вообще ранее незнакомых лиц. По словам сотрудников прокуратуры, во многом этому способствует незаконная продажа спиртного. В минувшем году уполномоченным органам было составлено 14 протоколов за реализацию алкогольной продукции как лицам, не достигшим определенного возраста, так и продающим в ночное время. В этом году выявлено уже 5 подобных фактов. За исключением одного протокола все индивидуальные предприниматели были привлечены к административной ответственности с наложением взыскания в виде административного штрафа и лишением лицензии на определенный период времени. Правоохранительные органы напоминают, реализация алкогольной продукции в неположенное время и лицам в возрасте до 21 года влечет штраф. На физическое лицо в размере 10 месячных расчетных показателей, а на субъекты предпринимательства от 40 до 120 МРП с приостановлением действия лицензии. За распитие алкогольных напитков в общественных местах нарушители наказываются штрафом от 1 до 5 МРП. Возможен административный арест сроком до 15 суток. Валерия Зиновьева, РТН Лисаковск, при содействии телекомпании «Акцент».